Парни, всем привет! На этом объекте мы используем трем-систему. В трем-системе идут такие шляпы, такие шпильки, они бывают длиной 10-15 сантиметров. Также в комплекте идет дюбель, ну, пластиковый дюбель и саморезы по дереву 35-е. Пачки 21 штука. Ну, вот. На этом объекте конкретно используем 3М-систему, и здесь будет профиль, так как заказчик хочет сделать скат единым, единой плоскостью. Здесь мы будем использовать двухуровневый каркас, так называемый плавающий, там 3М-систему, так как если здесь использовать двухуровневый, очень низко получается. Заказчик решил, мы ему предложили 3М-систему, и он согласился. Первое. Как мы берем эту плоскость? Ставим уровень, отбиваем. Отсюда берем тоже уровень, определенное расстояние, вот допустим, вот метка, видите? Оттуда мы взяли 2,50 с этой стороны, 2,50 с этой стороны. Очертили линию, и здесь линию. И берем от нижней точки длину. Здесь получилась длина у нас метр 13. И там также все, там метку поставили, здесь метку поставили и отбили, и вам, у вас будет одинаковый скат. Для того, как выставить вот эти шпильки, мы выставили лазер, пришлось повозиться, потому что довольно очень сложно выставить его под уклоном, но выставили. Можно использовать правило, ставить по краям и потом выставлять в шахтном порядке. Ставим мы 3М-систему шагом через 40. В первую очередь мы сделали разметку шагом через 40. Также можно использовать шагом через 50 3М-систему и шагом через 60. Но в этом случае шагом через 40 и зашиваем два слоя гипса. Начинается первый ряд от стены 7 сантиметров. Так как у нас шляпа идет диаметром 12 сантиметров, чтобы у нас зазор был сантиметр. Вот мы выставили. И очень у нас заняла вот эта разметка и выставление всего лишь, чтобы вам не соврать, часа два. Это очень быстрый монтаж. Когда вы под лазер выкручиваете, закручиваете, то все равно надо будет правилом проверить и где-то доводить вручную. Поэтому быстрый очень монтаж. Во-первых, дешевле получается, чем каркас обыкновенный. Ну вот. Но в самой пачке, я уже объяснял вам, что получается, все есть. Ну вот. Если будут какие-то вопросы, то пишите или звоните. Напишу. Ну, как-то вот так у нас получается. Сейчас мы накрутим 3М-систему, ну, сами шляпы, и посмотрите, как это выглядит. Но... Ну вот, ребята, мы накрутили шляпы. Самое главное, забыл сказать, они шарнирные. То есть вы можете выставлять под углом, под любым углом. Вот. Для того, чтобы зажать, мы накрутили. Чтобы зажать эту шайбу, берешь восьмигранничек, держишь сам этот и зажимаешь. Все. Все готово. Ну и вот так будет выглядеть этот потолок. Вот это, видите? Шарнирное все. Если даже здесь где-то что-то у вас не криво стоит, за счет гипсокартона все выровняется автоматом. На этом все, ребят. Помнит слишком много ссор, нас так несло, больше ни слова. Голову так ломит и нет вируса. Минус на минусе, я больше так не вынесу. Ты будто бы на инглиш, а я на идише. И не поможешь.